Видать меня вроде. Ладно. Одеваем собачек. Собачка, ты чё кусаешься? Куда полез? Так, чёрненький. Давай с тобой тоже разберемся. Упс. Не знаю, дождик идет, не знаю, нет. Сейчас посмотрим. Ой, тепло как. Как где-то градусов 20 примерно. Темновато еще, темновато. Да вроде нет дождя. Ну куда идем-то? Ну пошли в нашу соседнюю деревню. Мишуля, не пропадай. Низковато? Да не, ничего вроде. Вроде все снимает. Сегодня понедельник. Ну что-то много машин еще не разъехались. А рано еще вообще-то. По-моему, 6 еще нету. Ну или около этого. Пошли. Вчера много гостей у нас было. Потому что воскресенье на озере катались. Даже дождик пошел, все равно катались. Ну куда ты тянешь? Ну что тебе надо там? А, понюхать. Когда сыро, очень много запахов. Вот в чем дело. Да, еще немножко темновато. Ну и небо, видите, какое затянутое. Видно небо-то? Видно. Ну ты что сейчас цветы угрызаете? Ну правильно. Овцы. Пойдем. Пойдем. Странно, я вот удивляюсь. Вот это белый заборчик. Обычно в деревнях делают из таких каких-то досок полуобструганных. А здесь красивенько сделали. Ну куда? Налево, направо? Ну пошли налево. Зелени немного, я еще вчера обратил внимание. Такое все зеленое. Потому что дожди постоянно. Я вчера траву стриг. Ну и что тут? Я им вчера костей дал собакам. Выварил хорошенько. И вот они сегодня костями какают. Решили салатика костям немножко добавить. Пойдем. Видите, зелени сколько. Прям чисто все зеленое. Ничего, никак не проберетесь по зарослям. Вы у меня маленькие. Да, Миша, конечно. Про тебя разговор. Это шум, это здесь вон вода стекает. Такая канализация, водозабор, вернее. Вот видите, тоже. Они всегда нюхают. Сейчас не стали, назло. Хозяину не стали нюхать. Ну куда поперли? Здесь собаки живут, вот они нюхают. Ой, ну Гришка, ну всегда. Вот надо тебе. Ну куда деваться, собака. Это у меня мешочек был хороший. Ай, хорошего нет, возьмем плохой. Мишка, какатель. Ну куда ты, куда пошел? Нельзя туда, иди назад. Все, назад иди. Оп. Приходится с травой вот. Выдергивать все. Пошли. Все. Все. Хватит. И так он накакал. Целую кучу. Не знаю, посмотрим потом. Может быть, я этот момент вырежу. А то не всем приятно смотреть на собачьи-то какашки.
Ну, видно будет. Все в моих руках. Миша, Гриша, ну, что-то они с утра решили травкой полакомиться. Гриш. И этот тоже. Странно это, странно. Везде огни горят, но я говорю, темно еще. Вообще, по идее, должно быть светло, просто небо темное. От дождя. Слава богу, дождя нету. Это уже хорошо. Так я не пойму систему работы этой мельницы. Мне кажется, они ее просто включают мотор. Потому что она иногда крутится, иногда нет. От ветра это мало зависит. Так. Все, распутались. Ну, ребята. Все, пошли, травоядные. Они должны быть хищниками, а на самом деле травоядные. А Мухтар у меня тоже траву всегда ел. Они ищут какую-то особую траву. Не просто так. Ой, листьев сколько. А это вот на асфальте желуди валяются. Живем в лесу, ребята. О, ну Миша теперь. Ну, елы-палы, я думал, вы уже накакались. Нет, не накакались. Берем второй мешок. Ара-та-там. Та-ра-та-там. Ой, это уже шишки. Что же я шишки-то собираю? Так. Вот что-то Гришка чешется. Как мы сходили в это, как это называется, ну, где их стригли, мыли. И с тех пор Гришка чешется. Что-то ему, наверное, шампунь не пошла. Миша нет. Надо отмыть хорошенько просто водой. Перестанет чесаться. Я надеюсь. Во, перекресток. И здесь это, собираются школьники. Ну, попозже, часов 8. Вообще-то они в разное время. Разные школьники в разное время. И подходит автобус, их забирает, везет в школу. Тех, которых постарше, раньше берут. Малышей попозже немножко, и малышей раньше привозят. Смешные вот шестилетки вообще. Ну, ничего. Учение свет. Пошли, 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 пошли. О, как вот молодцы. Красивая клумба, и там подсолнухи. Все хорошо. Миш, здесь трава самая вкусная, да? Гриша, а ты что уставился? Пойдем, все. Взяны. Что-то цикады опять трещат. Не было все лето, а тут вдруг ближе к осени появились цикады. Ай, даже лужи. Куда вот, ну куда тебя несет? Там трава вкуснее, что ли? Миша, Гриша. Или ты опять какать собрался? Нет, ну это невозможно. Какатель. Как снимаю, на Гришку нападает. Нападает это. Ну все. Из одной какашки. Ладно. Так полагается. У меня уже мешок, как у Деда Мороза. Я одно в другое кладу. Ну ладно, а то подробности мало кому нужны. Ну, в лужу, да? Вот это плохо, что и пить там обязательно. Ну, козленочком станешь. Та-ра-та-ра-та.
Гришуля. Ну, а это что-то заметил белку, что ли? Трубу какую-то нашел. Тянут в разные стороны. А, там он вода течет, вот он смотрит. Вот вода там. Это выкачивают из подвалов обязательно. Ну, не из подвалов, конечно, а там специально есть дренажная система. Насос стоит. Это в каждом доме обязательно. Чтобы вода не скапливалась. Смотрит, что там жужжало. Что там жужжало, а, Миша? Ох, любопытные черти. Молодые, им все интересно. Пошли, молодежь. Пойдем, дедушка вас ведет. И что? Вот что ты на меня смотришь теперь? А, ну это пометки делает. Обязательно. Гриша. Гриша и Миша были здесь. Да. Пошли, остромордой. Та-ля-та. Та-та-та-та-та-та. Та-да-та. О, мужик на велосипеде с тропы раньше. Вообще, вот у меня собаки интересно на людей реагируют. Потому что здесь людей не должно быть. Машины, да, а людей быть не должно. Ну, вот пить опять, да? Вот подлецы. Они уже привыкли, что на американских улицах нет людей. Если кто-то появляется, значит, что-то подозрительное. Чудно. Вон скунс идет. Ах, подлец. Ах, подлец. Он дорогу переходит. Далеко вам вряд ли видно. Попробую сейчас подтянуть. Чешется еще. Так, вытягиваю на полную. Вон он сидит. Вон он сидит. Прямо посередине дороги. Вон он, черно-белый. Что-то как-то идет. Ковыляет. Вон он побежал, побежал, побежал. Побежал, побежал, убежал. Все. Все. Все, мужики, все. Запаха нету. Все, убежал скунс. Слава тебе, Господи. Не видать его. Это кто шипит? Это Гришка шипит. Нету скунса, все. Убираю. Убираю приближение. Ну, вы видели, я надеюсь. Можно остановить и увеличить. Вот такой скунс. Надо же. Тоже расплодились. Как-то в этом году кролики вообще это просто невероятное количество. Ну их много вообще, но не так много. А тут еще и скунсы, причем тоже много скунсов. Какой-то плодородный год для кроликов и скунсов. Все, пацаны, направо. Так вот и ждешь, из-за угла какой-нибудь волк выскочит. Та-ра-та-та. Та-ра-та-та. Да, еще. Что-то машины, правда, стоят. Не, ну понедельник сегодня. Я даже посмотрел в календарь с утра. Что-то Миша нашел там. Мишуля. Мишулин. Гришковец. Пошли дальше. Гришка весь настороженный. Ну а как же скунс? Это странный зверь. С жутким запахом. Да, попался. Мне на кадр. О, и смотрит, смотрит. Гришка весь напряженный. Вдруг еще скунс будет, да? Интересно, они познают мир. И я вместе с ними.
мы познаем Америку. Да, обезьяна? Вот тоже, видите, канализационный вот этот вот водозабор. А это все будет сухое. Буквально через пару часов асфальт будет сухой. Потому что в воде негде задержаться. Ну что, что здесь? Здесь собачка какая-то живет. Они время от времени перелаиваются. А вот там сейчас будет дом справа. Там живут два здоровых кобеля. И они сейчас точно будут тарать. Пошли. Собаки тоже знают. Но сейчас, наверное, кобели спят. А может, не кобели. Но горластые. И здоровые. И тоже парой. Ага, есть, есть. Есть они. Но они закрыты в доме. Поэтому не так страшно. А то они вот по этому балкону, вот Гришка их уже предупреждает. Сейчас порву. Если вылезете, я сейчас порву. А их нету, Гриш. Облом. А, есть они, да. Вот. Ну, слабо погавкал. Кто так гавкает? Как это? Говорят, это все, что ты можешь. В боевиках. Он бах кувалдой по башке. Это все, что ты можешь. Да, ну, пометь, пометь, чтобы они боялись тебя. Ох уж этот Гришка. Насколько Миша у меня лиричный такой весь из себя. А этот черт рогатый на всех прыгает. Ну, зато, когда драка, дерется почему-то Миша. А Гриша рядом и гавкает. Миш, что встал-то? Трава вкусная. Ну вот. Обязательно даже. Ну пойдем, все. Хватит. Вот и здесь водичка. Ну что там? Ну иди посмотри, что за водичка. Иди. Ох, любопытный. Ну что, пить сейчас будешь? Да попробовать надо, какая вода. Пошли. Гришуль, Мишуль, все, пошли домой, а? А вот здесь, знаете, чем пахнет? Здесь пахнет, кто-то жарил шашлык. Ну, барбекю, короче. И пахнет одновременно дымом и мясом. Смотри-ка, не выветрилось. Ну, мясо капает на угли. И вот так всю ночь оно и пахло. Ну, куда ты? И опять какать, что ли? Какатель. Тебя уже все зрители знают, что ты любишь покакать. Такой маленький. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Дождик пошел. Йо. Или это с деревьев. Пошли домой, пацаны. А то нас дождем сейчас смоет. Вон сколько машин. Правда, а что они на работу нет? Просыпайтесь. Машины старенькие. Вот эту сейчас вообще не выпускают. Не знаю, какое название. Три такие. Три уголка. Миша обожает бутылочки. Ну да, конечно. Футболист, пошли. Он любит в них играть и сгрызать. Вот забор, я говорил. Вот такие заборы, это еще понятно. Видите, такие доски. Черные. Они, правда, пропитанные, но грубые. Вот там булькает, булькает. Гриш пошел узнавать, что булькает. Первый раз я в дождик. Башкой крутит. Первый раз я в дождик гуляю. Все, пойдем. Мужики, ну в дождь-то, ну что? Я-то в этом, в плаще с капюшоном. Ай! Ай, ну беда. Дождались до дождя. Я еще низко. Сегодня камеру поставил то низко, то высоко.
Ну ладно, не страшно. Посмотрите, вот у нас дороги такие не очень хорошие, но по сравнению с тем, что было в сибирской деревне. А, там белки. Пошли, пошли. Где я врачом работал после института, там, конечно. Вот после такого дождя мы просто бы не прошли. Ай-ай, сейчас надо капли уже. Пошли домой быстрее. Побежали, побежали. Гришуля, башкой трясет. Сейчас я их буду вытирать. Пойдем быстрее. А, в дождь попали. Выходили, не было дождя. Ну, с такими тучами он еще 50 раз пойдет. Все, в нашу дырочку. Вот здесь мы живем. Здесь написано Emergency Vehicles Only. Это значит, вот это вот ворота открываются только по emergency. То есть, ну, что-то такое. Скорая, пожарка. Называется emergency. Бегут, бегут. Бегут. Мол, это неохота. Ай, не знаю, что там снимется. Наверное, весь объектив в каплях. Еще мне какашки выбрасывать сейчас. Придется круг делать. Давайте, давайте. Уши прижал. Во время дождя он всегда уши прижимает. Миша, здесь. Здесь свои. Сюда. О, лампа загорелась. Она в темноте только горит. Ну, сейчас темнота. Все. Пришли домой. Молния даже. Все, я выключаюсь. Вот я. А вот собаки. Пока.